Оздоровление всего организма благодаря экстракту Виватон. Сегодня бренд Виватон вместе с нами и действительно абсолютный хит продаж. Это зубная пасть кальциевая, которая представлена сегодня с подарком. Причем именно сегодня вы получаете третью в подарок за 999 рублей. Мы понимаем, что зубная боль – это тот вид боли, который просто невозможно терпеть. Это гингивиты, это стоматиты, это воспаление, это кровоточивость десен. Не просто парадонтозы тоже, да. Да. И сразу же вопрос, как нам с этим бороться? Александр Михайлович Савелов-Дерябин, действительный член Российской академии естественных наук, академии семи академий мира, основатель бренда Виватон сегодня вместе с нами. Александр Михайлович, вот основной вопрос, конечно, каждый день чистим зубы. Какую пасту выбрать? Какая паста поможет? Я вот, например, поможет? Чищу так. Я вам скажу, что я перед тем, как лечь спать, я обязательно чищу кальциевой зубной пастой. Угу. И чищу так хорошо, все, чтобы везде не осталось никакой... Угу. Там, вот. А если кровотечивость десен бывает, так, то в этом случае у меня много вопросов таких задают. Я беру, просто наношу на палец указательный, угу, чистый, и начинаю вот так вот делать, чтобы вот в таком порядке, да, массировать не только по деснам, но и, и то есть по деснам, но и по зубам. И до тех пор чищу вот так, чтобы пока не заскворчали зубы. Вот. Таким образом, потихоньку, помаленьку вы приучите уже десна, они перестанут у вас кровоточить. Вот. Это одна сторона медали. Но самое главное, что когда я утром встаю, я никогда не чищу зубы. Я беру, у меня спрей есть вот такой. Вот, и я спреем вот так, вот, видите, в ротовую полость. И продержу там 15 секунд там, или там 20 секунд, неважно. И потом я сплюну. Так. И это полная происходит дезинфекция всей ротовой полости. То... Те кислоты, которые во время сна выбросились, они полностью погибают, я их сплевываю. А потом уже брызгаю еще раз, чтобы проглотить, и эта среда натуральная, и чтобы это пошло и в ЖКТ, и во весь организм целый. Только сегодня сразу три пасты за 999 рублей. Александр Михайлович Савелов-Дерябин вместе с нами, основатель бренда Виватон. Полностью натуральная паста, абсолютно для всех. И Александр Михайлович, вот мы понимаем, что действительно паст очень много, но что нам дает эта паста? Да? Для кого она сегодня? Ну, простой пример приведу. Простой пример. Я сегодня эту пасту посылаю и в Донбасс, и в Мариуполь. Вот. И вот сейчас вот вместе паста и вот этот спрей для я послал не только жителям, которые остались вот, как бы без крова, без всего. Да. Да. Вот. Послал на 7 миллионов. Вот. И сегодня мои люди работают даром. Я их убедил в этом. И они даром работают, да, чтобы вот эту... чтобы сократить вот эту цену. И по 5 тысяч послал всего. И этого, и для рук, и так далее. Вот. И так на 7 миллионов. А потом пришли военные, так и разведчики. И поехал туда очень большой человек военный. И повез вот как бы в дивизию, чтобы вот как бы этот вот крем, то есть этот спрей и зубную пасту гелевую. И вот они там, разведчики, они кашляют, они не могут даже на задание выйти, потому что они подведут всех. И у меня и грамота от них есть, и интервью есть, прямо вот он всем передал. Вот. И они побрызгали, и уже вечером побрызгали, там часа в 4, а уже утром они вышли, уже никто не кашлял. Вот до такой степени работает, и все, а Минздрав делает вид, что ничего не происходит. Вот трагедия в чем, понимаете? Вот трагедия в чем. И говорит, а это не лекарство. А раз не лекарство, значит нет. А если это не лекарство, а кто вам не дает возможности сделать его лекарством? Вы же тормозите все. Вы же все останавливаете. Да это раз. А во-вторых, какая разница? Даже это не лекарство. Но если я это все оформил как БАД, и я в рот это делаю, это разве не лекарство? Раз ты принимаешь вовнутрь, как и таблетку любую,
И почему это не сделать на поток? Я сейчас все время бьюсь, чтобы добиться до президента, до, значит, нашего, значит, министра обороны, для того, чтобы сегодня это солдаты получили. И особенно те люди, которые остались, да, без крова там, а их людей много таких. И я бьюсь. Сегодня я читаю, смотрю в Инстаграме. Зашел обугленный мальчик, ожог сплошной. И он криком кричит, маленький, грудненочка. И пишут они, ищем деньги, чтобы там вот, да, кому-то заплатить. Да. Понимаете, какой маразм. Мне стыдно, просто совесть грызет. Я говорю, нет, чтобы... Я не в осуждение говорю. Не в осуждение, не суди, не судим будешь. Но до какой степени люди на этом всем играют. Да. Делают себе бренды, развивают. Они за счет денег сколько собирают, неизвестно, куда они идут. Я им говорю, выхожу однажды на большой тусовке. Я говорю, послушайте, денег не дам. Никогда не дам. Потому что я одному могу мальчику все отдать. Допустим, вы его вылечите. А миллионы людей, других детей, будет страдать и переживать. Это, этому дала, этому не дала. Я вам предлагаю конкретику. Я вам, этому ребенку, помогу реально. Вам не нужны миллионы собирать. Нет, нам нужны деньги. Вот трагедия в чем. Бессовестность, безнаказанность. Когда я знаю, что этого ребенка, потому что по ожогам у нас самые высокие результаты в мире. И по самым тяжелым ожогам. И я реально этому ребенку бы помог. Помог, чтобы ему стало лучше. Да. И он бы полностью выздоровел. Но это не происходит. Потому что сидят сегодня руководители многие, которые все делают для того, чтобы для народа это не дошло. Это преступление. Преступление перед всей нацией. Это преступление мировое. Александр Михайлович, но самое главное, сейчас нас видят люди, а люди, они всегда будут передавать своим знакомым, своим родным, понимаете, своим близким о том, что вы помогаете сегодня. И опять же, как раз Александр Михайлович говорил про крем-регенерант, который вы можете сегодня, да, приобрести, да, сразу в прямом эфире. Это крем-регенерант, да. Сразу два по цене 1499 рублей и зубная паста. Третья в подарок сегодня за 999.